Мультяшки, одевашки. Всем привет! Я Макс. Сегодня в моей мастерской мы сделаем красивую полицейскую машину. Скажем волшебные слова. Тачку на прокачку. Прежде чем приступить к ремонту машины, ее нужно помыть. Намыливаем губкой всю машину. Затем обмываем ее водой. После этого нужно вытереть ее насухо. Класс! Перегоняем машину в ремонтный цех. Сначала нужно заварить трещины. Затем рихтуем вмятины. А теперь накачиваем спущенное колесо. Заправляем машину до полного бака. И заливаем моторное масло. Готово! Теперь можно приступить к тюнингу, то есть будем делать машину красивой. Для начала поменяем колеса. Далее поставим бампера. Подберем цвет ламп на передние фары. И, конечно же, не забудем про мигалку. А для красоты поставим неоновую подсветку под машину. Отлично! Дальше едем в покрасочный цех. Выбираем синюю краску и покрываем ею машину.
Белую краску наносим на двери и крышу. Тонируем стекла. Выбираем наклейку «Полиция» и клеим ее на двери. Машина готова! Если вам понравилась полицейская машина, ставьте класс! С вами был Макс! До новых встреч! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые мультики!